Мы все запрограммированы на желание. Мы представляем подходящий набор желанных черт, и бум. Мы можем включить это и можем отключить. Да, мисс... Янг, Тесса, я считаю, что это наиболее революционный феминистический роман из всех, что я читала. Как женщина той эпохи нашла в себе силы отвергнуть Дарси из-за того, что он плохо к ней относился? Это приманка. Именно такое отношение Дарси и привлекло к нему Элизабет. Ему просто повезло быть женщиной, обладающей такой твердостью характера, как у Элизабет. Он даже предложение ей сделал, потому что она вцепилась в него. Вцепилась в него? Он преследовал ее. Она была явно недовольна своей жизнью и повсюду искала сильных ощущений. Для меня очевидно, что все это у него в голове. То, что она вообще испытывает к нему чувства. Так, вот, вы уже и стянулись.